Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и вы на канале Валерий Хаус. Сегодня у нас в бесплатных играх, в рубрике «Бесплатные игры», игра Dark Roll. Dark Roll игра, вот. Сегодня будем катать шарики. Тут, я не понимаю, игра сразу запустилась, и ни менюшки, вообще ни черта нет. И, короче, только сразу обучение. Обучение в АСД, управлять левый, там, что-то, стик, короче. Короче, надо... катать арбуз. Катаем арбуз. Jump, прыжок. Понятно. Space, прыжок. А это что? А, смена камеры. Смена камеры. Окей. Это зум. Это прибавить. Это отдалить. Это прибавить. Это отдалить. Окей. Ладно. Это по центру, да, сделать. Так, R это у нас reset. А, короче, надо собирать эти... Понятно, я понял. Надо собирать, короче, вот эти колечки. Собираем арбузом колечки. Это, короче, типа головоломки, я так понял, да, такой вот. Головоломочки. Так, что за кристалл? Что за красный кристалл? Я не знаю. Может, нам надо его... Что я сделал? Я не понял. Так, ладно. Первый левел, окей. Левел The Beginning. The Beginning. Оооо, щет. Прощай, арбуз. Окей, погнали. Тут еще надо попасть в левел 1. Окей, погнали. Ладно. Собираем тут колечки. Ну-ка, оп, а здесь прыжок, я не допрыгнул, нихера. Оп, тихо, это было очень-очень даже опасно. 10 штук нам надо собрать, короче, колец. Забери ты это кольцо-то сраное. Воу-воу-воу-воу, не разгоняйся ты. Ай-та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 -
Короче, мы падаем и все по новой. Ладно. Погнали, погнали. Ну, знаете, на джойстике было бы, наверное, удобнее. Так, а двойной прыжок у нас? Нет, нет двойного прыжка. Кстати, когда прыжок, он как-то ускоряется у нас. Это арбуз. Мистер Арбуз. Кстати, на превьюшке было какие-то глаз там какой-то. Не только арбуз там. Наверное, можно как-то менять эти шары. Так, погоди, левел 2. Левел 2 автоматически перешел, да? Окей, ладно, погнали по лесенке. Здесь ничего сложного, ничего сложного. В принципе. Ну, так для расслабона. Чисто для расслабона. Хотя, я думаю, здесь будут уровни такие, что можно будет и побомбить немножко. Ладно. Ладно. Я понял, окей. Погнали. О! Оп! Твою мать. А чё он у меня не крутился? Это ни влево, ни вправо куда-то. Ладно. Тут еще с разгона, наверное, надо, да? Опа-на! Куда-то мы перескочили, короче. Погоди, давай-ка я заберу вот эту херотень. Тихо, 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 не разгоняйся, не разгоняйся так сильно, не разгоняйся. Тише едешь, дальше будешь, мистер Арбуз. Тихо, 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 тихо. Потихонечку. Главное, что здесь не на время, здесь не на время, здесь можно спокойненько, спокойненько катать свои шары. Окей, ладно. Я понял. Мы прошли третий уровень. Отлично. Все пока четенько и гладенько. Подумаешь, пару раз разбили
арбуз. Ну, ладно. Так, погоди. Вот этот, вот это кольцо, которое сверху, его надо вот от... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, и улетел в бездну. Погоди. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ты не... Не бушуй, погоди. Оп, видали? Видали, как я это сделал? Я это сделал очень-очень даже эпично, очень даже клёво. Погоди. Ну, возьми ты этот долбанный. Ладно. Я не успел договорить, он уже взял. Ах ты, боже ты мой. О, отлично. Аллилуйя. Аллилуйя, я его схватил. Ну-ка. Ну-ка, а этот как? А этот как? Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо. Ладно, отлично. Все четко. Это тоже надо с прыжка, что ли? Ладно. Не-не-не-не-не. Управление... Нет. От такого управления, конечно, быстро устаешь. Погоди, надо отдалить. Нет, прибавить. Нет, отдалить. Погоди. Так, отлично. Финт эксит. А где нам? О-о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 -
Оп! И все заново. Ладно, допустим. Окей. Ладно, сами вы тут доигрались, сами попросили, сами напросились. И я сейчас все кольца как соберу. Как соберу. Опа, отлично, отлично. Арбуз-то не промах. Арбуз все может. Так. Колечко. Тут сильно, короче, разгоняться не надо. Сильно разгоняться не надо. Здесь надо. Здесь надо. Да встань ты уже ровненько-то. Ровненько вот так встань и стой. Оп-оп-оп-оп-оп! А тормоза-то где? Как не затормозить? Здесь можно как-то затормозить? А, погоди, мне теперь не взять? Я могу запрыгнуть? Вообще просто я свалился, короче, я теперь... Я смогу запрыгнуть? Нет. Он такой тяжелый, арбуз такой тяжелый. Зачем? Зачем для такой игры такой тяжелый арбуз? Ну пипец. Все, я не могу взять. Погоди, ресет. Окей. Ладно. Мы накосячили. Я накосячил. Не-не-не, мы. Нет, это все арбуз. Это все арбуз. Это все. Во всем виноват маленький зеленый арбуз. Ладно. В любой непонятной ситуации вини во всем арбуз. Оп! Отлично. Так. С этим мы справились. Отлично, ладно. Теперь нужно как-то перепрыгнуть. Погоди, оп! Опять разогнался. Ну, что ты будешь делать? Надо, короче, сделать так, чтобы сразу попасть в кристалл. Ладно. Я тебя понял. Ща все будет. Ща все будет. Ща все будет по системе. По системе Валерий Хаус. Оп, отлично. Так,
А теперь нам надо как-то, я не знаю. Оп, тихо. Так, не так быстро. Да ладно, да возьми ты. Ну что, воу. Падла. Ну ладно, у нас уже получилось перебраться на ту платформу. Это уже хорошо, это уже прогресс. Когда есть прогресс, это радует, это реально радует. Да возьми ты. Вот так. Во-во-во-во. Так, отлично. Отлично. Так, это одно колечко, да? А, два кольца. У нас два кольца, где еще одно? Да погоди ты, что ты? О, отлично. А где еще одно кольцо? А, вот оно. Вот оно где. Вот оно где зарыто. Отлично. Так, теперь здесь не спеша. Вот так. Оп. Не спеша. В смысле? О, есть. Мы добили этот уровень. Так, пятый уровень. Как эта херотень тут летает. Я понял. Ладно. Систему я понял. Нам надо... Вот так. Окей. И, короче, надо сделать вот так. Ну, почти. Уровни усложнились. Закатись ты уже. Это надолго. Перелетаем из чаши в чашу. Стоп, остановись. И... Да куда так? Ну окей. Окей. Надо как-то чётенько, вот чётенько. Почти мы это сделали. Симулятор валяния арбуза просто. Не поваляешь, не поешь. А мы здесь очень даже так его прям заваляли. Так. Блин. Даже сюда не допрыгнул. Окей, ладно. Сейчас все будет. Погоди. Оп, одну взяли. Отлично. Одно колечко наше. Тут надо как-то вот прицелиться так, чтобы... Так, отлично. Ну, почти отлично. Я сейчас все сделаю. Так. Сделал красиво. Давай сейчас сделаем красиво. Сейчас все будет четенько. Давай-ка. Так. Одно кольцо наше. О, да, детка. О, да. Нет!
О, да. Так. А вот с одним с этим сложнее будет сейчас. Да что ты? Почему не прыгнул? Почему арбуз не прыгнул? Да что ты? О, нет! О, нет! Я только сделал все красиво почти. Я только все почти сделал красиво. А! Сейчас у нас все получится. Сейчас все будет. Так. Потихонечку сейчас вот так вот все соберем. Так. Еще два. Еще два кольца. Ну-ка. Давай-ка. Колечко, кольцо. О, да! О, да! А где у нас? Не понял. А где у нас кристалл появился? Вон он где. Вон он где. Все четко. Все четко. Окей. Какая шестая? Какая шестая? Ладно, погнали дальше. Погнали дальше. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что такое резкий? Резкий арбуз. Видели когда-нибудь резкий арбуз? Так, ладно. Опа-на! Долетели. Долетели, а как мне теперь вылезти? Меня задавило. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это сложно. Это для меня сложно. Для меня это сложно. Может, для вас не сложно, а для меня это очень сложно. Ну-ка, погнали. Сейчас мы устроим тут. Блин. Сейчас все устроим. Надо попасть в такой вот резонанс, знаете, чтобы просто вот так вот прыг-прыг. И допрыг. Оп! Так. Угу, отлично. Так, стой, 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 стой. Отлично. И вот. Да куда ты полетел-то? Почему такой? Почему он так прыгает-то? Резко причем. Вот он еле катится, а прыжок у него просто далекий-далекий. Погоди, погоди, не делай так больше. Стой. Вот так, ладно. Теперь надо допрыгнуть вот сюда, вот сюда. Вот в эти вот, вот этим шаром, вот этим арбузом, надо вот в эти дырки, короче, нырять. О, ни хера себе! Это же, блин. Надо было подождать, пока спустится она. Вот это ячейка. Окей, ладно. Здесь все по-четенькому идет у нас. Оп, вот так, отлично. Теперь вот сюда, вот сюда, неплохо. Стопе, стопе, не. Не надо тут резких движений. Окей, вот эту берем. Теперь сюда, да. Вот в эту дырочку. Да блин, почему ты так высоко, падла? Окей. Отлично. Погоди, погоди. Стопэ. Эта штукенция вверх улетела. Ждем, пока она улетит вниз. Вот так перекатились. Неплохо. Так. Окей. Туда вниз. Ладно. Окей.
Теперь вот сюда. Я не вижу ни черта. Угу. Прыгнули на ощупь. Так, погоди. А теперь. А вот это уже беспредел, друзья. Это уже как-то. Это как-то не по-детски, блин. Выровнялись. Стопы. Окей. Так, стоп. Отлично. Нет, куда? А как? В смысле, как это сделать? Стоп, может через низ? Может сначала по низу? Вот это вот как? Как ее взять? Сверху? Или снизу? Как любит арбуз? Сверху или снизу? Так. Погоди, не разгоняйся. Стоп. Окей, ладно. Так. А вот эту штукенцию, как мы возьмем вот эту штукенцию? Нет. Не пошло. Дело не пошло. Все против нас. Стопэ. Прыг. Сколько? Куда полетел? Да что ты? Какого хера? Да что ты? Ща все будет. Ща мы приноровимся здесь. Окей. Погоди, вот здесь, вот так. Так. Есть! А почему не прыгает? Почему он не прыгал? Я хотел прыгнуть назад. Здесь вот он прыгает вот просто легко наверх так. И вот здесь вот так назад он легко прыгнул. Почему там он не прыгнул? Отлично. Так, стоп. Оп, тормози. Отлично. Тормозим прыжками, а здесь в обратную сторону, короче. Жесть. Здесь в обратную сторону. Так, стоп. Нет, куда ты перепрыгнул? Падла. Какого хера? Нет, да стой ты, но! На! Ладно. Да куда ты, ну? Арбуз-карабуз. Надо, короче, просто приноровиться к этому управлению. Ай-яй-яй! Ладно. Еще пару раз. Окей.
Да что ты! Что ты будешь делать-то? С этой тварюгой-то? Сраный ты арбуз! Сраный арбуз. Это неправильный арбуз. Это гнилой, неспелый попался арбуз. Нам нифига не катается. Знаете, да? То, что если все четенько катается арбуз, значит он. Значит он спелый. Значит, его можно есть. А этот у нас кусок говна зеленого. В полосочку. Который уже перегнил. Наверх, наверх. Ток не перепрыгни. Ток не перепрыгни, я говорю. Я сказал. Стоять на месте. Окей. Да хера тень не взяли. Ладно. Куда ты разогнался-то, ну? Ты чё, блин? На распродажу спешишь, что ли? Падла. О, да. Вот это четко. Вот это четко было. Вот это было круто сейчас. Так, окей. Теперь в обратку. В обратку. Все в обратку. Ну, возьми ты это кольцо, ну. Бери. Бери, я говорю, кольцо. Кольцо возьми. Возьми кольцо. Сука. Возьми кольцо. Да падла. Вот, да. Нет! Только нет! Ох, как в обратку-то неудобно! Твою мать! Так, стоп, стоп, стоп! Нет! Только не разгоняйся так сильно! Стоп, 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 стоп! Катимся, катимся, катимся! Да катись ты уже! Катись ты. Да в какую сторону-то тебя катить? Ну. Я запутался в управлении, падла. Нет. Да куда ты? Нет! Твою мать! Ладно. Так. Оп, отлично. Отлично. Падла. Да взлетай ты наверх. Взлетай. Стоп. Да стоп. Блин, еще атмосфера такая нагнетающая. Хотя бы, не знаю, музычку какую-нибудь бы включили. Окей, ладно. Отлично. Стоп! Падла! Ладно. Посмотрели на игру. Ну, я думаю, мы в нее поиграем. Да, мы в нее поиграем. Вот, в дальнейшем. Куда ты покатился-то? Я тебя вообще не трогал. Видишь, я с людьми прощаюсь. Падла. Ему, походу, вообще насрать. Вот. Поиграем, да, в нее поиграем периодически. Вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Ставим, если понравилось, лайк, если не понравилось, дизлайк. Отписываемся в комментариях, почему вы это сделали. И с вами был Валерий. Всем пока.